Технологические процессы обработки металлов, трассология японского меча, опыт в реставрации художественных произведений – для Рязани все это звучит несколько экзотично. Но это вполне себе научные направления научно-практической конференции по вопросам кузнечного дела. Ее участники – ученые, ремесленники, дизайнеры практики и другие мастера. Задача не только обсудить актуальные вопросы, но и поучаствовать в создании и организации ремесленных и образовательных программ. Промысел и на Руси, и на Рязанщине он всегда занимал почетное место. Кузнечное дело – это наши культурные традиции, это те артефакты, которые сохраняют историю и которые дают возможность новым поколениям прикоснуться к тайнам прошлого. И кузнечное дело на Рязанской земле уходит далеко своими корнями в древность. И традиции их также известны по всему миру. Первая международная научно-практическая конференция «Кузнец. Всем ремеслам отец» – это часть большого фестиваля. В Рязани он проходит в шестой раз. Двухдневный праздник «Секреты средневековых мастеров» обоснуются на Лыбедском бульваре. Мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и выставка – это только часть насыщенной программы. А посмотреть есть на что. Свои умения продемонстрируют полсотни мастеров из разных регионов России – Республик Татарстан и Чечня, гостей из Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Начало в 17:00 на Лыбедском бульваре. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».